Добрый всем вечер. Как меня слышно, видно? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Меня слышно? Хочу поздравить. В первую очередь, конечно, свою команду, своих девочек. Очень приятно, да, что ты, твоя команда растешь, и в твоей команде появляются люди с новыми званиями, с новыми уровнями. Ну, меня уже многие знают. Кто не знает, да, меня зовут Олеся. В компании я уже 1,5 года. Компании 1,5 года. Пришла в компанию на уход за кожей лица, попробовала продукцию. Продукция понравилась. Я просто влюбилась в продукцию, стала ей пользоваться, предлагать своим знакомым, друзьям. Ну и в то же время решила строить бизнес в компании. Сейчас я нахожусь в декретном отпуске, да, как уже говорили, и я считаю, что декретный отпуск – это то время, когда непосредственно нужно пробовать себя в бизнесе, чтобы потом в будущем, да, иметь какой-то свой доход, свое дело и не выходить на обычную работу, а дальше продолжать смотреть за детьми, ухаживать за ребенком. Ну, что я хочу сказать, да, что для меня Reflame, да, почему я непосредственно выбрала для себя именно эту компанию. Это Reflame, я считаю, что это очень серьезный партнер. Это одна из быстрорастущих компаний на данный момент. Она более 50 лет на рынке, сотрудничает с 60 странами мира. Такой компании, считаю, можно доверять. Это компания официальная, легальная. Компания, значит, только качественная натуральная продукция, где в косметике используют только натуральные ингредиенты. Она имеет патенты. А что вот сейчас вышла новая, совершенно новая линеечка, да, NovAge, это вообще, это просто чудо для нашей кожи. Это такой продукт, которым нужно пользоваться, приглашать на этот продукт, да, иметь хорошие баллы и продвигаться. Также хочу сказать и про линеечку Wellness, да, линеечка Wellness для нашего здоровья. Это большая находка. Это большая находка. В плане того, что у меня даже уже в нашей семье есть очень хорошие результаты, да, по употреблению wellness, витаминов, омеги-3, коктейлей. Компания нам дает все. Красиво выглядеть, быть здоровым. Также компания нам дает и превосходный маркетинг-план, который позволяет нам быстро расти, добиваться хорошей финансовой независимости, свободы, иметь неограниченный доход. Непосредственно тому, что вы не работаете не по найму, где зарплата у вас постоянно, здесь вы постоянно растете. Удобный, мне очень нравится удобный график работы. Непосредственно то, что ты можешь сам планировать свой день. И в то же время быть большую часть семьей с ребенком. Мне очень нравится, да? Работать и ощущать, да, что чем больше ты, конечно, работаешь, тем быстрее ты добьешься каких-то ощутимых результатов. Вот. Ну, конечно же, мы все знаем, что ну, здесь нужно работать, да, халявы здесь нету, поэтому как вы правильно спланируете свой день, как вы на самом деле, значит, будете активны в этом бизнесе, так и будет ваш рост. Конечно же, очень важно обучение и развитие. Я считаю, что каждый человек должен обучаться и развиваться. Непосредственно любому делу нужно учиться. Наша компания дает нам бесплатное обучение. Плюс еще у нас много для развития идет различных вебинаров, международных конференций, тренингов, да, где мы можем повысить свои знания, за счет этого добиться каких-то результатов и успехов. Тут же сразу скажу, да, что мне помогло еще, да, именно непосредственно дало толчок на рост в компании. Вот я говорила про обучение, да,
И тут же хочу поблагодарить сразу наших вышестоящих лидеров. Это Ирина Ракочи и Денис Бирюков. После Академии бизнеса 1, да, я просто вдохновилась этими людьми, замотивировалась, да, и я тебе сказала четко, да, что я буду делать, да, я буду делать, я буду расти в компании. Ну и тут же про Академию бизнеса, да, затрону, что как сейчас не расти, когда у нас сейчас такие привилегии. Наши спонсоры дают нам такие возможности. Запуск новой бизнес-системы, которая непосредственно дает нам шанс, да, роста. Сделай 150 баллов, плюс один, пригласи новичка, и ты получишь сайт для развития, для работы, где ты будешь расти, развиваться и в дальнейшем продвигаться. Ну и тут же я хочу сказать, да, что не было бы моего успеха, наверное, без мечты. Я считаю, что у каждого человека есть мечта. И ну, нет таких людей, которые, наверное, ни о чем не мечтают, и, конечно, и которые бы не хотели бы ничего. И просто что у одних людей эта мечта так остается мечтой, а у других она осуществляется. Так вот, как вы думаете разницу, да, между теми, у кого она так и остается, а у тех, у кого она исполняется, осуществляется мечта? Вот мне очень бы хотелось, да, сейчас спросить у новичков. Ну, или тех, кто уже на уровне 3-6%, да, и хотят в этом каталоге выйти на хороший уровень. Вот напишите мне, пожалуйста, в чатах, да, вообще мне слышно одно слово. Вот, как повысить свой уровень? Что нужно, чтобы повысить свой уровень? Так, меня вообще слышно что-то? Я не вижу новичков, да, чтобы они были активны, чтобы они со мной общались. Что нужно, чтобы повысить свой уровень? И добиться успеха. Одно буквально слово. Так, я вижу цель. Так, действовать, да? Действовать, работать над этим, да? Ну, конечно же, да. Чтобы повысить, да, свой уровень, да, не нужно просто сидеть, просто мечтать и думать. Нужно начинать действовать. Нужно просто делать, да? Просто делать ежедневно простые, но в то же время правильные действия. Вот. И есть такие люди, да, которые они себя просто недооценивают. Недооценивают. Они говорят, что ну вот у тебя получилось, да, а у нас, может быть, не получится. Нет. Такого нет в Ariplan, чтобы у вас не получится. Если вы направлены на ежедневную работу, если вы делаете, работаете, да, у вас не может не получиться. У вас обязательно все получится. Ведь правильные ежедневные действия, они ведут к какому-то результату. И даже к очень хорошему результату, да. Да, и коммутинг, да. Без этого тоже нельзя. Вот какие самые основные действия, да, которые привели меня к успеху? Это пользоваться косметикой, посещать обучение, обучаться прежде всего. И, конечно же, да, и, конечно же, делать, действовать, приглашать людей, рекрутировать. Без рекрутинга, конечно, не будет никакого у вас успеха, роста. То, что делаю я, то, что делает моя команда, это, конечно, каждодневный, повседневный рекрутинг, да? И не получается, да, не получается только у лентяев. Только у лентяев, да, которые, как говорится, не взяли себя еще в руки, не поверили в себя, которые боятся пробовать, да? Есть такое очень хорошее выражение. Не бойся пробовать, бойся лучше, что не попробуешь, не попробуешь. Вот. И я хочу всем сказать, да, что если у вас появился такой шанс пробовать, то вы берите его, да, ловите, делайте, пробуйте, да, и у вас все получится. Личный успех зависит только от вас и от ваших усилий. Хочу, конечно же, сказать большие слова благодарности своей команде. Своей команде. К этому уровню у меня уже есть своя команда, где мы все вместе, единомышленники у нас, вместе сплочены, как говорится, у нас единство, дух, сила, вот, где мы вместе делаем, рекрутируем и идем каждый к результатам. Здесь вот на слайде, может быть, вы не обижайтесь, здесь не все мои, не вся моя команда, вот. Но здесь именно те люди, которые уже имеют уровни в компании, начиная с 3% и выше. Вот. Как и все, да, я считаю, команда моя лучшая,
она достойна новых результатов, новых званий. Просто нужно делать, да, верить в себя, вот, и успех будет гарантирован. Спасибо вам большое, да, за то, что вы меня слушали. Вот, всем желаю успеха, хорошего настроения, позитива. И помните всегда, что личность